Всем хай, на связи Салли, и вы попали на канал Тока Лаки. И в этом видео будет долгожданный обзор на новое обновление. Смотрите, изначально у нас появился новый остров. И на нем очень много новых мест, чтобы построить дома. Давайте с вами выберем, например, вон там. И вот он, наш любимый домик. Так, вот он строится. Он, кстати, очень прикольный на вид. Но все его уже много раз видели, поэтому ничего нового. Давайте зайдем побыстрее. Вау, смотрите. Ого, двор настолько большой, я думала, он меньше. Но комнаты все те же самые, как на... И были. Ну ладно, давайте поскорее перейдем к мебели. Итак, смотрите, в разделе кровати у нас появилась такая лежанка, очень миленькая, кстати. Далее у нас тут виднеется кроватка в виде собачки. Вау! Да, ну, кстати, прикольная. Там внизу еще какой-то шкафчик. Это удобно. Далее тут такая лежанка для кошки, потом лежанка для собаки. Огромная красивая кровать, мне очень нравится. Вот такой пуфик, вот такая лежанка и вот такая тоже лежанка. Они очень миленькие. Далее такая столик, потом вот такой вот такие вот шторки, потом лапка. Разные картины с собачками, с кошечками, с цветочками. Тут две рамки с собачкой, кошечкой, рай. Дальше очень много красивых ковриков. Ой, лужа и лапки. И они, кстати, могут отпечататься на коврике, что очень прикольно. Можно, типа, собачка пробежалась или кошечка по коврику и оставила следы. Далее такая лежанка, вот такая полка. На них, наверное, типа, животные тоже могут жить. Далее шкаф. И еще вот такие шкафчики на стенку. Потом камин. И два туалетных столика миленьких. Потом вот такой шкафчик, вот такой стеллажик небольшой. И вот такой вот стеллажик. Далее вот такой же стеллаж. И, наверное, из шкафов это все. Тут их довольно много. Далее вот такой своеобразный душик. Потом вот такая ванна и вот такая ванна для собачек. Потом туалет и раковина. Далее там несколько зеркал в виде кошечки и в виде собачки. Потом у нас далее вот тут есть... О, тут добавилась аптечка. Нужная вещь. И далее такая сумочка с разными расческами для собак и для кошек. Далее кубка и полотенце новое. Далее тут у нас две мусорки, робот-пылесос. Место, чтобы сходить с собакам и кошкам в туалет. Лоток и наполнитель. Удобные, кстати, штучки. Ой, открываются классно. Не, ну. Хорошо, что их добавили. Особенно робот-пылесос и наполнитель, потому что всегда этого как-то даже не хватало. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас. О, два таких холодильника. Потом такой вот кухонный гарнитур желтенький. Потом такая барная стойка, потом вот тут, ну, такая своеобразная плита, потом столик один и столик для подарков. Потом тут стульчик обычный и там еще стульчик для малышей. Тут у нас корм для собак. Что-то он нормально у меня не ставился почему-то, а для кошек нормально. Ну, далее тут миска для собак, миска для кошек, вафельница для собачек и вафельница для кошечек. И далее кастрюльки две. И все. И все. Далее давайте перейдем к вкусняшкам. Тут для собачек, для кошечек. Им видео для кого? Для кошечек. И такие вафельки собачек и кошечек. Далее у нас два белых кресла, очень красивых. На них видите собачки и кошечки. И очень миленький диванчик. Далее вот тут вот такая вот красивая гирлянда. Жаль, что ее только на стену вешать можно, а то бы она очень красиво смотрелась на улице. Светильник, потом две лампы и вот такие два светильника в виде кошечки и собачки. Из растений у нас вот такое красивое своеобразное растение, потом растение для попугаев
и куча разных мелких растений. Так, это... О, тут еще коробки. Тут вот такая коробка в виде косточки, перегородка для собак и кошек и переноска. Давайте все уберем, место освободим. О, как тут много всего. Тут для кошек, потом перегородка, потом своеобразные качели. Еще подушек просто, статуэтки, и еще подушки, игрушки. Ой, как сколько игрушек, слава богу. Теперь мы можем отсюда их брать, а не ходить по разным локациям. Тут разные для тренировок собак штучки. Из полов у нас вот несколько есть. И снег, и трава, и наши любимые деревянные. Тут у нас вот такие обои с лапками, цветочками, вот еще с лапками, с кошечками, с собачками. И, кстати, их тут тоже менять можно. Это заканчивается наш видеоролик. Надеюсь, вам понравился. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите моих новых роликов. Я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока.